кажется, в вещах не понимала. Жень, подтверди. Когда вас глупо мыться сегодня, если в следующий день придется мыться снова. А ты думаешь, если об этом, на меня наваливалась усталость. Что? А, парни? Я пришла домой, сейчас 4:38. Сегодня был понедельник, я ненавижу понедельники априори. Я ненавижу понедельники априори, потому что я всегда очень устаю в них, но мы так чудесно погуляли с девчонками, еще заехали в секонд. Мне прилетела небольшая работа. Деньги — это всегда круто. И моя сестра наготовила вкусной еды. А еще я буду сейчас после еды и работы перевешивать свою стенку. Да. И завтра всего две пары. По-моему, жизнь в последние дни ощущается очень хорошо. Я пошла есть. Всё, тебе окей? Залезла под одеяло. Ладно, я понимаю. Отсюда. Я хочу жить, как он. Что? Где подписчики? Подписчики наши, смотрите, я купила браслет. Все поздравляем Женю в комментариях. Да. Счастливые. Это не постановочная съемка. Заказывает что-то там.
он тут забыл вообще? Гуляет. С дельфинами, знаешь? Замажу. Сейчас вы не представляете, на какой конструкции стоит телефон. Лучше отвалили не знать. Это мои новые распечатки, мой новый убор на стену. Потому что этим уже очень много времени, года два. Год точно есть, я к ним очень привыкла. Они мне немножко надоели. Я их очень сильно люблю, но вы видели, что я сотворила. Это просто шедевр. Сейчас я это буду резать и клеить туда. Там такая осенняя погода. Поиграли. Ну, плевать, песня хорошая. Обои. Надо их заклеить. Какой кошмар. Если быть честной, я не знаю, нравятся мне флажки или нет. Я решу это вечером. А сейчас я опаздываю на... Что мне такое? На встречу с Багой. Мы идем на открытие новой, вроде как, клевой кафешки в нашем городе. Надо переодеться. Look at her. И фон какой. Я опаздываю. Я хотела устроить... тест-драйв своего аутфита, но... Покупки! Вилки хорошие, тяжелые.